Людвиг Дитер, я следил за тобой и хочу предложить тебе работу. Ты в курсе ситуации в Америке? Вы про то, что люди превратились в монстров? Да, что-то об этом слышал. Пока в мире царит хаос, это отличный шанс не только для нас, но и для тебя. Мой шанс? На что? Прожить незаурядную жизнь. Пушки? У нас есть пушки? Мы станем героями. Есть вопросы? Нет. Да, много. Сотни.